Управление по вопросам правопорядка Швеции продаст биткоины на аукционе. В общей сложности управление планирует продать примерно 0,6 биткоинов, что составляет около 3200 долларов США на сегодняшний день. Активы – это не просто автомобиль в гараже или деньги на банковском счету. Мы живем в цифровом мире, и теперь мы ищем активы на компьютерах и жестких дисках, а также в телефонах и веб-сервисах, отметил сотрудник управления Йоханнес Полсон. Несмотря на то, что источник средств точно неизвестен, местные СМИ сообщают, что эти деньги были переведены в счет уплаты задолженности от одной из местных компаний.